Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть The Last Man Survivor. Ну что, нашел я Василиска в песках. Играл в режиме хардкор. Где-то на последних 10 минутах вот такой вот змей. И разблокировал охотника. Давайте за него пройдем. Итак, охотник. Урон вроде небольшой, но многозарядная атака. 5 плюс 100 плюс 25%. Что бы это ни значило, звучит охренительно. Здоровье вроде небольшое. Вес отличный, 17. То есть как раз может все цацки надеть. Ну что, отправляемся. Ну давайте опять же пески. Режим хардкор. Просто сложнее ничего нет. Но мы же не нубасы играть. Что-то попроще. Ну, вообще замечательно. Кстати, смотри, какая скорость атаки. По полтора. Полторы дробинки добавляет. Ну, мне кажется, это просто нечестно по отношению к лучнице, которая стреляет, стреляет. По полтора добавляет. Ну, давай еще. Магическая защита. Ну, у нее должно быть какое-то пробивание, рикошеты стрел там, ну что-то. Она начинает там чуть ли не с, я не знаю, с одной стрелой. И это прям плакать хочется. Как плохо. Он 20 дробинками стреляет. Ну, все, какую область закрывает. Ну, урон, конечно, не скажешь, прям запредельный, 130. Ну, будем тогда без этих, без заклинаний. Мы в прошлые разы разблокировали что-то какая-то морозная новая. Классный навык. Морозит противников вокруг тебя. Ну, может, как бы с точки зрения там ликвидации противников не очень. Но с точки зрения того, что тебе дает такую передышку, это определенно. Притом буквально чуть-чуть прокачиваешь этот кулдаун и все. То есть даже без фанатизма. Уже эффект. Физическая защита 83 уже. Да, но 1500 кристаллов набрать очень тяжело. Ну, не то, что тяжело, это просто там сколько? 6, наверное, полноценных забегов. Ну, может, конечно, не 6, а 5. Вот увидел и побежал сразу. Вот как мы сейчас и будем поступать. Так, ну а что я целюсь-то сам? Когда он может это делать за меня в 10 раз лучше. Скорость атаки. Ну, в принципе, меня окружают, я могу бутылку выпить. Они же восстанавливаются, мне их надо тратить. Какой смысл ими не пользоваться? Просто не хочется потратить, когда уж совсем мало противников. Да еще урон. Портал пускай.
Да, магическую защиту. Все. Супер легко. Давай. Я, наверное, и сейчас еще могу бутылку. Вот еще прям супер быстро всех кипятят. Так, нам куда? За 25 золотых вот сюда сходить. Смешно. Да и скорость передвижения. А он поставил, кстати, кристалл-то. Что-то я не заметил сразу. Ну, все-таки маловато, конечно, контента после демки. Одна локация и три противника, ой, три персонажа. Бежал, трус. Шанс на блок у меня маленький. Тут совсем плохо. Все, сам пусть целится. Где гоблины? Я никак не могу закрыть это чертово задание. Да, но волшебники здесь никакой угрозы-то толком не создают. Только если вот совсем темно, как-то уж окружили. Так, раз и все, просто ликвидируешь.
Продолжаем уменьшать получаемый физический урон. Добежим. Сначала сюда возьмем камни, а потом полечимся. И рог возьмем. Девяносто восемь камней. Да, 300 камней набирает так за забег. Я все прокачал, поэтому сейчас-то, конечно, накопить вполне реалистично. В принципе, противника можно встретить здесь. Да я просто выпью бутылочку и... Противник уже офигеет. Ну чё, готов? Я выйду. Хренак. Не будем брать. Мы же не мародеры. Не только высасываем души. Ну-ка, давай-ка, бутылочка. Ну-ка, хренак. Ну, кстати, не особо мощно. Я думал, что будет более эффективно. Шанс на блок. Облить кислотой. Все, камни ждут. Волшебники?
Надо сходить в портал. Зарядная атака, это хорошо. Ну хорошо, он с волшебниками разбирается. Буквально одно хорошее попадание. Ну. И где вы? Пойдет. Ну-ка выпить бутылочку и наказать всех. Ну смотри, какой урон. Не урон, уронище просто. Ну-ка, скорость атаки. Ну прилетает хорошо так. 45, это много. Нам наверх. Где гоблин? Надо пить. Все говорят, что пить нельзя. Так, и кто там? Я сначала думал, что вот это Василис. А оказался змей. Ну-ка. Он по кругу ходит. Он спортсмен. Был. Ну где эти волшебники-то смелые? Давай физическую защиту. Ну вот это похоже на гоблина было. На его остатки. Тоже гоблин. Но смотри, когда он не нужен, он выпадает. Магическая защита. Ну блин, магическую защиту надо взять.
Магическая защита 80. Так, все, идем тогда за камнями. Побежали, побежали. Дай бутылку. Потребим. Быстро всех ликвидируем. Наглецы какие-то. Ну пусть будет физическое 90. Меня не будет беспокоить. А, ну здесь, видишь, волшебники такие элитные. Магическая защита 85. Нормально так он противника решил поставить. Надо тогда к бутылочке еще будет двигаться. Не к бутылочке, а к сердечку. Бутылочка у меня установилась. Так, все, кристалл забрал. Неужели это не максимальное значение? 20 снарядов летает. Да, надо как-то поосторожней. Ну ладно, выпьем. Всех этих магов ликвидирую. Так, ну кто, пришел там? Хренак, хренак. Сдулся. Дайте скорость. Правильно, я сейчас бутылку выпил, мне здоровье уже не нужно. Тридцать седьмой уровень. Еще качать и качать. Персонаж еще усилится охренительно. Ну где-то до 60 уровня. Думаю, докачаемся к финальному сражению. Ну и смотри, сколько тут выпадает опыта.
просто какая-то супер халява. Магическая защита 90. Физическая 90, магическая. Шанс на блок. Еще чутка увеличить и все. Сердечко как далеко находится. 38? Ничего себе. Это получается без защиты я бы получил 380. Хороший урон у противника. Так, скорость. Нам сюда. Да, можно просто бутылку выпить, всех ликвидировать нахрен. Вообще оборзели просто. Так, все, меня в портале ждут. Побежали, побежали. Кстати, хорошо, как тоже опыта дают. 43 уровень. До 60 еще далеко. Давай еще здоровье. Уж выходите все тогда. Две дробинки в него попадают. О, неплохо, неплохо. Непонятно. Ну, давай за сердечком сначала все. Потом камень возьму. О, хорош. Здорово, как он гоблина поставил. Ну. Давай скорость. Да еще здоровья. С ракет выгрызают. Ну тут урон вообще, конечно, очень хороший у противника. Да.
Но это ответ, почему я не беру радиус подбора. Давай еще здоровье. Ну все, 600 в принципе комфортное количество. Здесь много должно опыта дать. Десятый уровень. Блин, 10 уровней тут еще можно не набрать. Я думал, 60 вообще набирается. Без каких-либо условий. Ну, персонажа, видимо, шанс на блок очень маленький. 55. Да, у других там может быть под 75. Может быть, я просто какие-то предметы поменял из экипировки. То есть тут может лучше иметь менее прокачанный показатель там физурона или еще там магического, но шанс на блок иметь 80. Ну это надо считать, конечно, так не очевидно. Сердечку идем. Да, 53 уровень. Чуть-чуть по уровням не добираем. Да, скорость. Ну вот, вторая бутылка есть.
Да, они пачками дохнут-то. А что это такое было? А уже все, Лилит? Ну тогда вот так. Как тебе? Две бутылки сразу засосал. Все, победа. 599. Да, экипировка. У меня были ботинки шута, шанс на блок 10. Еще что-то мне дало шанс на блок. Ну, короче, тут что-то можно выбрать. И получится, можно до 90% все равно, наверное, эти сопротивления довести. Магическое и физическое. Но шанс на блок будет хороший. Полторы тысячи. Охренеть. Ну, ничего нет, чё бы... Добыча золота увеличивается в 3 раза. Ну, это окупится, но тоже на дистанции. Вот эти штуки можно продать. В принципе, деньги будут. Но непонятно, что покупать. Ассортимент-то уже такой себе. Сколько мне еще гоблинов-то надо? 5 гоблинов найти. Это все на первой локации, видимо. Ну ладно. В общем, всех посмотрели. Будет обнова. Добьем 1500 кристаллов. И посмотрим новую экипировку. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на канал на Рутюбе. Там тоже комментируйте. Название канала такое же. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.